Сегодня в районе обеда по адресу Московский 1, 3 подъезд, 4 этаж, произошло возгорание в квартире. По предварительным данным, в детской комнате. Эксперты проводят дополнительное обследование. Дым охватил 3, 4 и 5 этажи 3 подъезда. По подсказке одной из соседок на 5 этаже должна была находиться мать с маленьким ребенком. Вероятнее всего, они не смогли выйти из квартиры из-за задымления в коридоре. Пожарные перекинули лестницу на этаж выше, нашли и спустили вниз мать и ребенка. По предварительному осмотру в скорой помощи с ребенком и с матерью все в порядке. Скорая увезла семью на обследование. Подробности в новостях в субботу.